и мы начинаем раскрывательную пресс-конференцию. Главный тренер футбольного клуба «Оренбург ТВ» Максим Алексеевич Крашов. Пожалуйста, вам слово. Если брать по игре, да, все мы видели то, что мы в первые там, 25 минут да, ничем вашей команде не уступали, да, даже имели какое-то преимущество, да, если в предголевых моментах, да, у нас их было, как я посчитал, 3 таких голевых момента, да. Наверное, и ваша команда не ожидала такого, да, давления на вас, да. Поэтому по игре я считаю то, что наша команда еще не готовы играть с такими командами, как ваша, да, с лидерами, да, и еще период. Но мы находимся в стадии как бы обучения, да, и растем, делаем выводы и двигаемся дальше. Пожалуйста, вопросы. Закончился первый круг, сегодняшний тур. Сыграли со всеми командами. Вы считаете все-таки вот лидером Мордовии и по игре, и по другим качествам, наверное, тут занимаем позицию? Мы как бы туда не смотрим, да, как бы в турнирную таблицу, как вы играете. Мы как бы идем от матча к матчу. Естественно, мы смотрим вашу игру перед этой, да, что играем с вами. Мы вас как бы досконально там разобрали, да, как вы играете. Ну, если вы находитесь на первом месте, то, наверное, вы достойны. А по составу что можете сказать? По составу, ну, у вас очень хороший состав, да, там и Саша Кренделев играет, там и Сабитов, да, которые люди прошли очень хорошую школу, да, поиграли в хороших командов, там, Мухамедшин, да, поэтому у вас состав как бы такой опытный, но эта игра и показывает, что вы и играете в футбол, да, вы не бегаете, опытная команда, которая нас именно переигрывает в техническом плане, да, в расстановках, и нам такие команды нравятся. Вопрос такой, сейчас в Саратовке находится Кубок мира, не было желания или не посетили? Было огромное желание, мы жили в гостинице и не знали, куда надо сходить. Конечно, бы, наверное, бы знали бы или вы нам предложили бы показать, да, ну, с удовольствием бы даже и всей команды бы сходили. Вы еще успеете, до 21-го. Мы уезжаем сразу после вышки. Ну, вот можно заехать через Эскобар, да? Да, ну, если вы такое официальное предложение нам сделаете, мы с удовольствием заедем. Да, ну, что, без очереди пусть. Еще вопросы? Команда. Благодарю вас. Спасибо.